Здравствуйте, пацаны, и не только. Вещает пахан этого канала Фладар, и как вы могли догадаться из названия видео, это мое небольшое новогоднее обращение, собственно, к вам, да и в целом просто такой подкастик. Подведем итоги года, поговорим о том, чего нам нужно достичь в следующем году, и все в этом роде. Не будем медлить, поехали. 2018 год выдался для канала, да и для меня в целом, хорошим и успешным. За этот год наша банда выросла со 106 тысяч до того числа, что вы видите сейчас, то есть 264 тысячи. Иными словами, за этот год к нам присоединилось 158 тысяч братков, а это в полтора раза больше, чем за 2017. Также было проведено огромное количество стримов с различными интересными моментами и локальными мемами, которые, наверное, поймут только на нашем канале. Уже четко сформировались лагеря подписчиков, то есть это олдфаги, ньюфаги и все в этом роде. Я побил свой рекорд по темпам роста просмотров, открыв новый рубеж в 4 миллиона, также побил свой рекорд по онлайну на стримах. Думаю, не все помнят те стримы по оригинальной трилогии Сталкера с одной жизнью, тогда я позаимствовал идею у Димастера и думал, так, на пару стримов хватит, не думаю, что кто-то будет смотреть. А по итогу, каждый такой стрим собирал более чем 1000 человек вокруг себя, а один из стримов по чистому небу и вовсе закрепил на моем канале рекорд, который будет не так-то просто побить, а именно 2100 человек. Да, помимо зрителей, тогда на те стримы притягивали популярные каналы ко мне. Например, помню, как на такие стримы два раза заходил Джов с аудиторией более 3 миллионов, но сейчас не об этом. За этот год я приобрел много чего в техническом плане. Я улучшил видеокарту, процессор, купил новый микрофон, второй монитор, клавиатуру не думаю, что стоит перечислять, но пусть будет. Также были сорваны, так сказать, маски с моего лица, да. И, кстати, знаете ли вы, сколько роликов я выпустил в этом году? 251. В целом, 251 из 365 возможных — это неплохой результат, но могло быть и лучше. За этот год я также усвоил некоторые уроки. Например, я иногда нелестно отзывался о других каналах и проявлял какие-то плохие действия по отношению к ним. Знаете, мне стыдно. Еще та неприятная ситуация с магазином, которая получилась осенью. Если вкратце, то он работал не так, как о себе заявляет. Но так как его держал не я, потому что я как минимум не могу даже элементарный сайт сделать, то, конечно же, я об этом не знал, пока мне не указали. В общем, тогда я по максимуму постарался вернуть монетки работягам, но среди них также нашлись просто конченые ублюдки. Вкратце, мне кидали с разных аккаунтов один и тот же скрин, где было указано, что якобы они влили на этот сайт, допустим, 2-3 тысячи деревянных. И с каждым разом эта сумма росла. Я не сразу понял, в чем подвох, а потом допер, что меня неплохо так обманули. Еще кто-то, чтобы получить лишние щекели, начал выдумывать истории про то, что, мол, вот мой друг столько-то потратил, а сейчас он в аварии и все такое прочее. Грустно, конечно, что даже в таких ситуациях находятся такие конченые дауны, но я всего лишь надеюсь, что их два раза переедет грузовик. Вот. Что я планирую сделать в 2019 году? В первую очередь хотелось бы дойти до рубежа в 500 000 подписчиков. Те, кто следят за моей страницей ВКонтакте, уже знают про это обещание. Многие, конечно же, подумают. Ты чё, кретин, что ли? Ты дегенеративный кретин, ты понимаешь, что ты говоришь вообще? Ты чё, дурак, блядь? А я вам отвечу, да. По моим подсчетам, чтобы достичь такого, нужно не просто повторить результат этого года, но и улучшить его практически в два раза. Конечно, это будет очень трудно, но я попробую хотя бы приблизиться к этой цифре по максимуму. Еще планирую провести хотя бы один стрим с веб-камерой. Ее, конечно, у меня пока нет, но я думаю, у меня будет достаточно времени, чтобы ее купить и опробовать. Постараюсь выпускать ролики каждый день. Конечно, я и так это делаю, но я частенько делал перерывы в день или больше, когда по своей воле, а когда не по своей. Касательно того, что я буду снимать дальше. Меня много раз пытались переубедить, что то, что я сейчас делаю, это неверно. Мне нужно все менять, мне не нужно снимать прохождение и все в этом духе, но нет. Я уже выбрал свое направление, я выбрал свой путь, и я буду в нем совершенствоваться. Мне он полностью нравится. Если постоянно метаться от одного к другому, по итогу не получится ни то, ни другое. Прохождения будут все в том же формате нареза, который я как-нибудь буду стараться улучшать. Ну а если вам не нравится такое, то вы можете просто покинуть канал. Потому что я не раз видел, как челики просили без нарезок, но есть много каналов, которые снимают без нарезок, так что не вижу смысла к ним присоединяться. Будут ли другие игры? Вероятно, будут, но только в рамках какой-либо специальной рубрики или что-то в этом роде. Например, я уже неделю как вынашиваю идею сделать серию видеороликов, где поиграю во все игры от GC Game World, то есть от создателей Stalker. Думаю, это было бы интересно. Конечно, зря я сказал, сейчас кто-нибудь подхватит эту идею, но, если что, вы знаете, кто автор идеи.
Хочу выразить благодарность всем, кто оставался со мной на протяжении этого года, а те, кто со мной на протяжении двух, а то и трех лет на канале, тоже респект. Да и те, кто пришел недавно, ну, типа располагайтесь, надеюсь, вам понравится. Вот. Возможно, вы не знали, но я очень часто читаю почти все комментарии и вижу все, что вы пишете. Слова поддержки, там, советы, ну, хейт тоже читаю, почему бы и нет. Благодарю также народных умельцев, которые делали какие-либо рисунки, какие-то подделки и все в этом роде. Это очень приятно, серьезно, вы не представляете, насколько. Если кого обидел или кому нагрубил, извиняйте, в общем, ну, думаю, это уже конец ролика. Всех с наступающим или с уже наступившим, ну и, в общем-то, да. Спасибо, что посмотрели меня. Все, увидимся в 2019-м. Будем катать в моды на Stalker. Пока.